Студия научно-популярных документальных фильмов «Время». Последние 13%. Когда я был ребенком, много лет назад, море для меня было только водой. Много воды, собранной в одном месте. Когда я прыгнул со скал в первый раз, передо мной раскрылся чудесный свет, полный вечного движения и красоты. Я узнал свободу и понял, что море – часть света, который населяют люди. Потом оно, море, стало для меня символом красоты. В один прекрасный день я даже понял, что ничто не может посягнуть на жизнь этого моря, и можно взяться за гарпун. Потом, правда, я понял, что совершил ошибку. Я уже почти 30 лет спускаюсь под воду. Это связано с моей основной деятельностью в Институте океанологии. В нашем море много что изменилось за это долгое время. Исчезли виды рыб и животных почти полностью некоторых. Но появились новые вещи. Недавно я снял одно медузоподобное существо, которое называется ктенофора, которое, может быть, нарушит баланс Черного моря. Биолог Асен Консулов. Переселение нового биологического вида из одного водного бассейна в другое – явление крайне редкое. Это особенно интересно, когда речь заходит о Черном море, потому что специфическая экологическая среда определяет его особое положение. А за последние несколько лет мы с интересом наблюдаем развитие и распределение нового вида пришельцев из Атлантического океана, который называется ктенофора. Он похож на колокол и достигает размеров 10 сантиметров. Его экологические адаптации ограничены. Он не может расселяться безгранично. Поэтому мы считаем, что проблема не в том, что что-то произошло в биологии этого вида, а скорее проблема в измененной экологии Черного моря. Это подтвердили и слова профессора Харбиса, который говорит, что Leucothea multicornis, этот вид, обитает только в очень загрязненных пространствах, в заливах Атлантического океана. Это именно такие перемены, о таких переменах в Черном море говорит. И в районах, которые ближе к берегу, и во внутренних тоже. Черное море оправдано до некогда от самой природы.
Черное море – это природное явление очень странного характера. На глубине ниже 150 метров не существует жизни. Эта мертвая зона включает 87% объема воды. Или природа, получается, дала нам только 13% живого моря. Это еще нужно учесть, что сюда вливаются три огромных реки, впадают Дунай, Днепр и Днестр. Они носят воду, несут воду, которая прошла по промышленным районам и собрала много искусственных удобрений. Органичные остатки гниют и насыщают море. В теплые месяцы моря они производят очень большое количество фитопланктона, водорослей. Кроме того, разлитые по поверхности моря нефтепродукты не допускают кислород. Через некоторое время планктон умирает, и мощная пелена биологической материи начинает гнить на дне. Это бескислородное гниение ведет к дополнительному выделению сероводорода. Уровень этого опасного газа повышается на 2 метра каждый год, и некоторые пессимисты из научных кругов в США, Турции, СССР предполагают, что когда дойдет сероводород до поверхности моря, произойдет огромный взрыв, а мы станем свидетелями небывалой катастрофы, которая ни с чем не сможет сравниться. Подобное явление уже наблюдалось. Это был огненный столб в основании 1500 метров. Появился в море при большом землетрясении в 1927 году на полуострове Крым. Может быть, этот вид принесен балластными системами танкеров и очень быстро размножается. Неизвестно, сколько он проживет в наших условиях, но установлено, каждый месяц он размножается. И у него нет естественных врагов, поэтому его количество быстро растет. Он оставляет свои яйца и ларвы везде. Становится дополнительной опасностью жизни в Черном море. Но есть и хорошая, положительная новость в этом. Он питается фитопланктоном и производит минеральные соли. Поэтому хорошо, что ограничивается количество гниющего планктона и сероводорода. Может быть, он и поможет гибельным явлениям. Leucothea multicornis – это явный признак плохого состояния моря. Но еще носится какая-то надежда внизу, в глубине моря. А там, наверху, все равно человек набирает промышленную индустриальную мощь и продолжает загрязнять окружающую среду, разливать горючие отходы и другие продукты, нефтепродукты в море.
скитам в мрачните простори и постепенно разбирам... Я скитаюсь в мрачных просторах и понимаю, что здесь положение очень неблагоприятное, что накопились много вещей, которые могут привести к катастрофе, к опасности. Опасности не только для жизни в море, опасности для жизни вообще.